решил отложить финал Соника Первого на примерно где-то 31 мая, чтобы было так, отличненько. Как раз будет куча свободного времени. А пока что я решил вернуться в Plants vs. Zombies и начать в абсолютно все с нуля. Первой части. Все, зомби с конусом пошел. Все, короче, уже сейчас пойдет. Получается третья линия или линия горстрелов. Потом до двойного стоп, нет. Потом будут двойные, а потом уже и пулеметчик. Вот пулеметчик, обожаю просто. Он класс, он самый классный, мне кажется, пиашутер. Он стреляет за раз по 4 горошины. Все, есть ореховая стена. Так, это у нас просто уровень, а потом и мини-игра. Давай продвижение газона. Да, продвижение газона, все. Так, все. Наконец-то. О, как раз тут поставил. Пошел с конусом. Так. В принципе, нормально. Потом будет полный цвет. Кто играл или смотрел, тот знает. Я когда начал снимать зомби против растений, я вообще начал просто с усложненного режима. Там фиолетовое небо уже было. Так. Сейчас пойдет. Волна финальная. Пока что, в принципе, уже это все очень легко. Я уже и забыл, как вначале легко. О, лопата. Так, картофельная мина. Блин, чемпир. Я уже хочу получить. Своего чемпера любимого. Да. Хватит. Все. Мини-игра пошла.
Так, это у нас боулинг, да? Помню я прекрасно, как играть в боулинг этими орехами. Кстати, ребят, всех поздравляю с Пасхой. У меня, правда, уже время почти 109. Вон у меня все никак не закрывается. И видно, время все. Да блин. Так. Сейчас попрёт уже волна. Ага. И сейчас. У меня некая идея появилась. Вот так вот. Вот. Все, победа. Давайте получим ледяной горох. Погнали. Так, вот. А, все в порядке. Грабля взрывной. Горех мне сейчас не нужен. За рекламу особенно. Я уже с Соником натерпелся там все рекламы вырезать. Так, тут пусть будет три линии гороха стрела, а вот тут вот стена орех. А вот тут вот пусть стоят мины. Ой, блин. Да чтоб тебя. А, о, ачивку получил. Добей его. Добей. Пожалуйста, добей. Ты сможешь. Есть. Да блин. Что за... Зашибись. Угу.
Да. Я сейчас 100 солнышек просто просрал. Так, все, вот так вот нормально. Не смей. Я вот ненавижу этого. Само зло. Да. Я знаю еще одну ачивку, но она сложновата. Нужно поставить горхострел так, чтобы он выстрелил и по гороху, ну, по пульке, проехала газонокосилка так, чтобы получилась половинка только. Вроде иногда ачивка получается несложная, иногда сложной. Блин, все, горхострел сожрали. Он проглот. Не смей. Оно посмело. Да. Знай, псина, не трогай мою картошку. Ты издеваешься надо мной. Ага, вот так вот. Добейте уже его. Наконец-то. Ледяной. Мне кажется, я до ночи дойду и все. Наконец-то. Чомпер. Мое любимое растение. Так, я знаю, кстати, точно кое-что. Грабли всегда там, где пойдет первый зомби. Так, пусть будет вот так, стенорех и мина. Блин. Давай. Давайте солнышки. Цветы вы танцующие. Ага. Давай, проходи уже эту клетку. Все. Да блин. А знаешь что? Да блин! Ненавижу! Еще больше ненавижу. Да. Все. Нормально. Давай быстрее еще одно солнце кроме дайте. Спасибо. Ты издеваешься. Да. Вот так вот. Да ты... Ты прям реально издеваешься. Не смей, пожалуйста. Не...
Проглоты. Да. Сейчас эта псина возьмет и перепрыгнет через одно мое растение. Давай! Давай, вот посмей, посмей. Давай. Да ты ж... Да, минус первая газонокосилка. Вы что-то меня уже начинаете бесить. Проглоты. Так. Отлично. Все, идет вот это вот. У нас получается линия горохострела последняя. И на третьей вот позади стен орехов я уже подсажу ледяные горохострелы. Меня прям бесят эти проглоты. Ага, вот так вот. Давай. Я вот помню, у меня еще растение имитатор было. Все, первая большая волна. Да, конечно. А, все. Нормально. Теперь ледяные грохострелы идут у нас. Во! Так. Мы пока что нормально идем, не считая того, что мы лишились одной газонокосилки. Вот если эти подсолнухи будут давать быстро солнышки, давали бы, или тут было бы ускорение, как во второй части, было бы просто замечательно. Так. Прям они мощно уже стреляют. Ай, давайте уже посадим последнюю картошинку. Я помню, ребят, один раз играл, у меня... Я просто взял все поле, засадил тут и кукурузой... И арбузами. Вот самое мощное нафиг оружие. Это арбузы, мне кажется. Да и в принципе оно так и есть. Они за, получается, где-то 3-4 выстрела убивают зомби. Ага. Все. От
один просто куда-то, наверное, улетел. А им и так не выжить. В принципе, нормально, во-первых, играем. Во-вторых, у меня горох ледяной есть. Все, от самого сильного избавились. Вот, все. Репитер. Двойной горох стрел. Ага. Это обычный уровень, а потом уже наконец-то мини-игра. Так, понятно, берем чомпера. Этих двух. Это. И давайте двойной. Минами я практически не пользуюсь. Так. Все, давай первые плоды. Еще один, дай. Пожалуйста. Все. Давай, где ты пойдешь, псина? Вот тут вот. Две волны больших будут. Так, пусть будет две, три. Тут чомпер, а тут уже стенорех. Все нормально. Давай еще одно солнышко, пожалуйста. Молодец. Все уже идет там, где не защищено. Мне тут на две полосы надо. 200 дайте. Нужно с этим что-то делать. Быстрее. Все, отлично, идеально. Нет, не идеально, там идет с конусом. Теперь нормас. Да, мне точно нужен чомпер уже. Без чомпера беда. Это мгновенная смерть для зомби. Да блин, он сейчас весь орех сожрет. Не ешь мой... Все, он... Считайте, он уже съел мой бедный орех. Вот сюда. Проглоты. Не смей. Вот только посмей. Добейте его. Давай. Есть. Угу. Сейчас первая большая волна пойдет. Давайте вот этот вот орех уберем и поставим нормально уже. Вс,
Все, наконец-то можно чомпер ставить. Вот тут пусть стоит. Давай, осмелься. Два чомпера уже есть. Все, с ведром идет. А мне, в принципе, пофиг. Еще. О, еще один чомпер. Как удачно. Не знаю почему, но я его обожаю называть кусачкой. Угу. Да блин! Весь фэншуй попортил. Вот так вот. Все. Угу. Последнего чемпера ставим и все. Теперь застраиваем ледяными горохстрелами. Отлично. Я не знаю, зачем мне взял двойной горохстрел. Просто так, наверное. Все, идеально. Угу. Еще один пиашутер. Давай, иди прямо к моему чомперу. Он как раз только что хотел кушать. Вот и обед бежит. Должно вообще быть как-то наоборот. Зомби едят растения, но тут получается такое, то что это растение ест зомби. Все, последняя большая волна. Они даже дойти до моих чемперов не успеют. О, глядите, один успел. И то это без ледяного. Давай, давай. Все. Вот он, последний. Его сейчас чомпер схавает и все. Давай, кушать подано. Кушай на здоровье. Так, все, мы получаем записку. Hello, we about to launch an allowed attack on your house. Sincerely, the zombies. Получается, привет, мы собираемся пообедать и атаковать твой дом. С уважением, зомби. Да, зато смотрите. Ёшкин кот, ты бутерброд. Они хотя бы вежливые. Ты где поставился, идиот? Нет, не смей. Ненавижу.
Все, пусть тут стоит. Пусть будет вот... Пусть вот тут вот чомперы будут сидеть. Перед ним синарехи, а вот тут вот мины. Черебом пока что не используем. Давай. Вот тут вот синарехи. Блин, там уже один бежит. У меня просто еще одна появилась нормально. О, еще одна появилась. Так, в незащищенных местах пока что ставим. Все. Отлично. Отлично. Просто идеально. Уф. Я все равно умудряюсь ставить по красоте. Давай первую большую волну. Чомпер. Сейчас ужин прибежит к тебе. Ох, как пролагнуло. О, господи. Просто, господи, какой обстрел. Ладно, уже по красоте не получится ничего. Да блин. Что будем делать вот так вот. Вот вам приманка. Это приманочка будет. Да блин. Давайте вот так вот будем теперь делать. Так, чомпер. На, на, ешь, ешь. Нет, вот с этого. Ой, блин. Короче, все, по красоте не получится. Я старался как мог. Да блин. Добейте его уже. А, так. Ах ты так. Ох, вот ты как. А. Ладно, я уже ждал, когда он закончит доедать мой стенорех. Все. На этой ноте
я думаю, можно закончить. Спасибо за просмотр и всем пока.